Пропаганда любви к родине. В Нижнем Новгороде проходит фестиваль патриотического плаката. Юные дизайнеры представили свой взгляд на то, что должно побудить человека задуматься о главном. Во многих работах затронута тема Великой Победы. Среди них есть и весьма своеобразные. Посмотрел, и есть о чем задуматься. В последнее время люди забывают, что такое настоящий патриотизм. И само слово «патриотизм» стало больше коммерческим. И поэтому я изобразила именно экзотику патриотизма как такое блюдо, которое подают в суши-барах. Всего в этом году во всероссийском конкурсе патриотических плакатов приняли участие около 10 регионов страны. Как отмечают организаторы фестиваля, выбрать лучшие работы было совсем непросто. Было представлено в этом году 53 работы. В рамках экспертной комиссии было оценено 30 работ. И вот сейчас в финал вышло 20 работ по результатам экспертной комиссии. Все работы по-своему хороши. У каждой есть определенная идея, смысл. И очень было сложно. То, что фестиваль позволил молодежи реализовать свой творческий потенциал, говорят уже эксперты. Если гражданская позиция тесно переплетается с достижениями и историей своей страны, значит, молодое поколение на верном пути. Государство всегда нуждается в идее. Без идеи жить государство не может. А плакат, он очень конкретен, очень точен быть в своем выражении, и плакат не должен читаться двусмысленно. Он, как вот Маяковский сказал, так это что-то сродни плакату. Фестиваль патриотического плаката проходит в Нижнем Новгороде второй год. И сегодня можно отметить, что стало не только больше участников, но и творческие работы вышли на более высокий уровень.